Весной 1930 года Одесский ТЮЗ принял своих первых посетителей. И спустя 85 лет театру есть чем гордиться. Более 300 спектаклей, огромное количество талантливых актеров, которые начинали в нашем театре и сейчас составляют гордость многих театров не только Одессы. 17 спектаклей за последние 5 лет. Я считаю, что это хорошее количество, причем дело даже не в количестве, а в качестве этих спектаклей. Мне не стыдно ни за один. 85 лет к ряду этот дом искусств любят и посещают маленькие и большие зрители. И вчерашние малыши, вырастая, приводят под эти своды новые поколения почитателей театрального искусства. Мой любимый спектакль в детстве был это «Кошкин дом». Все на нем выросли. Вот. Сейчас у дочки любимый спектакль какой? «Карлсон». «Карлсон», да. Вот. Очень хороший спектакль. Очень люблю этот театр. Я в нем выросла, когда он был в переулке Чайковского еще. Вот. И очень многих актеров своего детства я помню. К сожалению, их уже нет. Но память о них очень свежа, и это было, знаете, сказочно, красиво, интересно. С торжественной датой Одесский ТЮЗ поздравили друзья и коллеги. Я хочу пожелать творческого здоровья, огромных успехов, чтобы театр оставался всегда живым и молодым. Потому что детский театр – это огромная ответственность, гораздо больше, чем взрослый. Потому что что может быть важнее наших детей? Его история – это история нашей страны, это история Одессы, это история нас, творческих людей. Я хочу пожелать этому театру творческого здоровья, чтобы у них все сложилось. В честь юбилея лучшим артистам и работникам театра были вручены почетные знаки городского головы и грамоты. Сотрудники театра уверены, Одесскому ТЮЗу есть куда расти и к чему стремиться. Юбилейная дата 85 – это только начало новой, насыщенной спектаклями жизни. Ты будешь очень рад, ты не замерзнешь, нет,